45-летний Грэм Митчелл и его жена любят посещать национальный парк Крюгера в Южной Африке, где обитает 1800 львов. Однажды, отправившись на сафари, супруги очень долго гуляли по парку, но так и не увидели ни одного льва, что было довольно странно. Грэм развернул машину и собирался уезжать, как вдруг из зарослей кустарника вышла львица, держащая что-то в пасти. Когда львица подошла ближе, туристы увидели, что хищница бережно, как собственного львенка, держала в детеныша антилопы. Присмотревшись, туристы увидели, что малютка антилопа, к удивлению, был живым и здоровым. В течение 10 минут, пока львица носилась со своим новым и необычным детенышем, сзади стали подкрадываться хищники. Они точно ждали, пока мама-самка отвлечется, чтобы схватить малыша. Но львица яростно защищала своего детеныша и вступала в конфликт с другими хищниками, не давая им обидеть кроху. Скорее всего, у львицы сработал на малыша антилопы инстинкт матери, и она стала заботиться о нем. Увидеть что-то подобное – это огромное удовольствие и действительно редкая картина. Несмотря на то, что семья Митчеллов бывает в парке постоянно, они еще никогда не видели такого. Долгих 10 минут мама-львица вымывала и играла со своим детенышем, после чего львица, оберегая приемыша, удалилась вместе с ним в лес. Больше туристы никогда их не видели и могут только догадываться о судьбе маленькой антилопы. Друзья, а как вы думаете, что дальше произошло с мамой, львицей и детенышем? Обязательно пишите об этом в комментариях, будет интересно об этом прочитать. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, где еще будет много интересного.